связи с загрязнением окружающей среды и нездоровым образом жизни по частоте лидируют заболевания почек. Для их профилактики вы можете применять сбор из таких лекарственных трав, как цветы бузины, кукурузная рыльца, цветки василька синего, медвежьи ушки и траву хвоща полевого. Цветы бузины применяют в качестве противовоспалительного, антимикробного, патогонного и мочегонного средства при заболеваниях почек, сопровождающихся отеками. Кукурузные рыльца обладают желчегонными и мочегонными свойствами, растворяют камни в почках. Цветки василька синего обладают мочегонными, противовоспалительными, жаропонижающими и бактерицидными свойствами. Их применяют при хронических заболеваниях почек, мочевого пузыря, мочевыводящих путей, задержке мочеиспускания и отеках. Толокнянка. В народе ее называют медвежьи ушки. Эффективна при заболеваниях мочевого пузыря, мочевыводящих путей и мочекаменной болезни. Оказывает антибактериальное, противовоспалительное и мочегонное действие. Трава хвоща полевого – мочегонное и спазмолитическое средство, способствует выведению из организма свинца. Вы можете взять одну чайную ложку любого растения и залить одним стаканом кипятка, настоять 15 минут, процедить и пить по трети стакана 3 раза в день, как чай. Но более мощное действие окажет комбинированное средство из этих трав. Смешайте в равных частях измельченные травы. Одну чайную ложку этого средства залейте одним стаканом кипятка, настаивайте 15 минут, процедите, пейте по трети стакана 3 раза в день. Для профилактики заболеваний почек применяйте это средство на протяжении 3 недель, один раз в полгода. Если видео было для вас полезным, поставьте лайк и поделитесь им со своими друзьями. Подпишитесь на канал «Домашний лекарь», чтобы узнать больше рецептов для здоровья.